Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. В місті встановлено понад 50 камер відеоспостереження. Що з цього приводу думають городяни? Це вторгнення в їх особисте життя або ж засоби безпеки? Спитаємо на вулицях міста. Камери відеонаблюдення нужны вообще не для безопасности. Для безопасности города Николаева, населения города Николаева. Я считаю, это очень правильно. И чем больше, тем лучше. Я думаю, для того, чтобы наблюдать, чтобы никакие, я не знаю, воры, то ли грабители, то ли люди нехорошие, чтобы не обижали маленьких. А я не знаю, а хто їх смотрить. Коли, якщо щось случається, тоді їх смотрять. Я вважаю так. А так, хто їх смотрить? Я не знаю, як у нас в місті, я, чесно говоря, не знаю, де вони висять. В Європі камери відеонаблюдення слідять, ну, поліція слідить за порядком. Ну, звісно, може. І, несомненно, вона це робить вже прямо зараз. Ну, елементарно, якщо произошло якесь правонарушення, благодаря видеонаблюдению можем найти этого человека, который его совершил. И наличие их, наверное, все-таки останавливает, ну, возможно, уменьшит вероятность желания осуществить какое-то правонарушение. Для того, чтобы в случае какого-то преступления или для того, чтобы обеспечить какие-то подтверждения показатель, наличие свидетелей, камеры могут сыграть полезную роль, так сказать, для предоставления фактов в суде. Или поимки какого-то преступника. Ну, если какой-то несчастный случай, там или что, камеры могут помочь там. Я знаю, что на Западе у них, если камера зафиксировала нарушение, все, что пришла, что квитанция, он платит. Я не знаю, я считаю, что мы еще до этого не дошли. У нас не Европа. Вторжение в личную жизнь, если мне в темном переулке нападут на меня, заберут мою сумку, не дай Бог, будет опасность моей жизни. Вот это вот вторжение в мою личную жизнь. А вот то, что меня благодаря этой камере, по крайней мере, накажут преступника, который на меня нападет, или на моего ребенка, это не нарушение, это моя защита. То есть я считаю, что от них пользы гораздо больше, чем вреда. Ну какая личная жизнь на улицах? Ну, ты себе просто идешь по улице, кушаешь мороженое, ну и что, что тебя снимают? Просто камеры для уличного порядка и все. Нет. Они же не у вас дома висят. Они вам даже не во двор заглядывают. Возле школ, подъезды, места общественного скопления людей. Для того, чтобы, наверное, криминогенная ситуация в городе стала лучше. И не только в городе, в стране.